Свободные темы в Кунцево по средам уже стали доброй традицией, когда ученики пишут картины на свой выбор. Если у вас есть творческая задумка, приходите и вы к нам. Очень интересная была идея у одной из учениц. В прошлый раз написала впервые в жизни портрет своего кота. А здесь появилась идея вот этих собачек переиначить на свою кошку, своего кота. Ученица нашла множество фотографий с разными эмоциями и вот так их объединила. Напишите, какой котик вам нравится больше всего. По-моему, получилось потрясающе. Она привела впервые свою маму. Она первый раз рисовала маслом, и такой пион нежный, прозрачный у нее получился. Также на занятия приходят и дети. Юная художница написала фламинго. Ей самой очень понравился его взгляд. И яркие пятна мы нанесли в конце. Всегда поражаюсь, как ученикам идут их работы по цвету. Посмотрите, какие насыщенные и яркие, такие же, как их автор. И двулистник Грея пастелью. Прозрачные лепестки.